можно будет согреться. Просто играй свои мысли, просто играй свое сердце. И если играешь не с теми, не расставляй им оценок, проигрывай скучные тени, выигрывай каждый оттенок. И законсервируй излишек, потом тебе это запишут. Не важно, что кто-то не слышит, важно, что кто-то услышал. Не важно, что кто-то не слышит, твой звук заперти был, играя ты сможешь понять.